Военные Йемена сумели предотвратить крупную диверсию на нефтепроводе в портовом городе Аден. В результате спецоперации были арестованы 27 боевиков Аль-Каиды. Изначально полиции удалось захватить 6 человек, которые и вывели на след остальных преступников. Подробности плана боевиков о взрыве не сообщаются. К сведению, нефтяные объекты в стране нередко подвергаются атакам. Эксперты подсчитали, что за 3 года убытки от подобных нападений превысили 5 миллиардов долларов.